до Северного Кавказа. Блядь, ты чё у них? А вон сзади там всё. Он офигел так. Ну, я обычно ночью езжу, ночью никто не пристёгивается. Он пищит, если не пристёгнут. Некуда было. В общем, было три золота уже наших, и четвертое они не хотели отдавать нам. Блядь! Ёб твою мать тебя, блядь! Блять, урод вообще! Пиздюк гребаный, блин! Ну ты куда выехал? Пиздец, приехал. Что может Сашу, который сейчас чинит машину? Друзья, пишите 8-8.